Ара-та-та-ра-та-та. Кстати, а вы видели плюшевых бельгийских коров? Сейчас покажу. Плюшевые коровы. Это вообще, они такие милые. Я сейчас вам покажу плюшевых коров. Я хочу себе плюшевую корову, пацаны. Пацаны, просто я хочу себе плюшевую корову, реально. Вот кто-то хочет себе собачку, кто-то хочет себе ежика, кто-то хочет там себе еще кого-то, а я хочу себе плюшевую корову. Смотри. Ну просто посмотри, ну посмотри. Ну посмотри. Какие они четкие. Ты посмотри, какие они прикольные. Вообще, чувак, ну чека, реально. Смотри, это правая какая классная. Ну просто amazing, а? Смотри, 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 сейчас покажу еще. Смотри, не, ну ты посмотри, ну просто посмотри, ну это ахуй. Прости, Барик, но я люблю Эмилию. Спасибо, дядя. Ну ты видишь, нет? Идеально просто. Фотошоп, да какой на фотошоп? Тёлочки, а, да, кстати, тёлочки. Тёлочки. Барик, чем ты завтрашишь, какие коровы? Так чё, прикольные же, ну красивые, блин, не? Да не, про коров давно этих знаю. Мы еще рофлили пару лет назад про них. Прикинь, какие они мягкие, это же вообще пипец. Сырная голова, зачем тебе корова? Ну, тискать ее. Ну, не в плохом плане, ну, типа, гладить там все дела. Ну, молоко еще будет давать. Или они не дают молоко, интересно. Не, ну, должны давать, а смысл от них тогда, если они не дают коров? Наверное, так чисто по приколу. Не, ну, по приколу, я думаю, их бы не держали. Зачем по приколу? Ну, для выставок. Но это бельгийская корова. И причем они все, ну, высокого левела. Блядь, не спрашивайте, откуда я знаю. Ну, просто я читал про это. Ну, реально, в Бельгии коровы очень крутые.